натер себе жизнью горбы. Этот плюс для тех, кто в черном списке Сбербанка. В черном списке Сбербанка. В черном списке Сбербанка. Я обычный человек, который играет в любого. Даже я один из тех, кто не смог закрыть этот шлюз. Нас много, но мы одни. В черном списке Сбербанка. В черном списке Сбербанка. Может быть, же вспомнишь обо мне лет через пять. Не поймешь, что я у тебя был лучший клиент. Можно читать песню новогодней. Нет, девочки, спасибо. Ну, а следующая песня – это не призыв к суициду, ни в коем случае. Это отрицание суицида, честное слово. Хорошо, что вы предупредили. Мы всегда предупреждаем. Любимая, которой нет, любимая.
Макдональдс, которого нет, и вино, которого нет, да, и Инстаграм, которого нет. Сыр. Что? Сыр. Какой сыр? Сыр. Другого нет. Никакого? Никакого. Сыр, которого нет, и Booking.com, которого нет, и iPhone, и Икея, которых нет, и айфоны, которых нет, и Фейсбук тоже туда, которого нет. Никакого, которого нет. И совести. Зара, нет. Нет, фу, это все, что у нас осталось. И сейчас повесимся на собственной цепи. И Кока-Колы, которой нет, без которой виски, которого нет. Люди, через века, через года помните о жизни, которой не будет уже никогда. Заклинаю вас. Помните о жизни, которой нет. О жизни, которой нет. О жизни, которой нет. И не будет уже никогда. О жизни, которой нет. О жизни, которой нет. О жизни, которой нет. Что будет, если жертвы и маньяк меняются местами? Раз, два, три! Вообще пришла. Давай уже домой. Отправляйся. Малолетка. Говорите. Я первая пришла. Значит, значит, я первая вообще-то. Собирай свои котомки. Да, 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 сейчас ухожу, извините, пожалуйста. Ну, просто не заметь, такая стройненькая, с березкой стоит. Сейчас собираю вещи, убегаю. Пошел стрей, Да. Сучка. Неподалеку растут кусты, можем там перейти на ты. Сладостью душе не меня манит и манит. У меня веревка прямо в заднем кармане. Хочешь, я буду твоей сигналы СОС, чтоб спастись от огня наших тел, не надо устроить небольшой беспредел. Нежно привяжите камень к тоненькой шее, и если ваница застоялась страшнее, я доверяю каждому шагу вы мать.
мастер подобных дел. Я полностью готова. Я готова. Ты должна была ждать давным-давно уже. Слышь, ты, старуха. Сама-то хочу на балкане. Ох ты, пошлый. Вы свистеть умеете? Ну? А кто? Ну, я умею, подожди. Опять мужика пропустили. Ну, сколько можно под этим измайловским кустом, блин, сидеть? Не знаю. Ходите. Ну, давай нашу. Португальскую, народную, плачевную. Женскую. А что еще остается? Не знаю. Настоящих, вот, семейных ценностей. Семейные ценности, Саша. В качестве компенсации? А, не хочешь? Со словами что-то. Я боюсь там что-нибудь. Давай. Любую. Давай ценность, не важно. Так как недавно был Всемирный день бардовской песни, настоящая бардовская песня. Если вы писатель, поэт или бард, и за качество собственных детищ душа трепещит, не пейте на лопасит, не бейте, ребята, в набат. По-любому появится цензор, он все запрет. Бум-бум-бум, будь то мама, или папа, или президент, или сверху сосед, или тетя из Петербурга, или мамина подруга, или собственная кошка, или Рена по дорожку, или тот, с кем шуры. Это если уж ты совсем выделился. Или крестный из Воркуты, или даже ты. Ты и твое алтер-эго. Но если ты не писатель, поэт или бард, у тебя есть жена, и ты даже не
Питер. Ле. Либия. Ли. Да, неважно. Короче, раз ты спокойно живешь и укладу житейскому раз, по-любому появится тот, кто совет тебе даст. Бум-бум-бум, будь то мама, будь то мама, или папа, или папа, или президент, или сверху сосед, или тетя из Петербурга, или мамина подруга, или собственная кошка, себя.